Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на спортивно-игровом канале Чувачок, и это мое новое видео. Сегодня у нас подходит рубрика, которая называется «Кого брать из команды недели?». Сразу скажу, что резервистов брать не стоит. Ну, разве только вот этого чувачка, который на Гурама походит. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute Nacht. А в принципе, никого не берите, кроме вот этого игрока. Ну, потому что сами видите скорость. Сейчас покажу. Ускорение, скорость, потом дриблинг 100, владение мячом 93 и реакция 85. То есть, неплохое решение, берите его. Жиру не берите. Компании можно взять, если вам нужен сильный защитник. Потом возьмите Руфье, потому что... Ну, вы как бы сами все видите, да? Так, дальше... Дальше возьмите вот этого парня, потому что также вы сами все видите, какие у него характеристики. Он попал в команду недели, если не ошибаюсь, за 3 голевых передачи. Также можете взять Каутиньо. Но, как вы видите, смотрите. Вот Дуглас Коста стоит 6 тысяч, Каутиньо 20 тысяч. Но характеристики-то одинаковые, поэтому... Вам решать, кого брать, но если у вас есть очки, то запросто вы его можете к себе взять в состав и играть как бог. Но я вам скажу, что вы можете меня не послушать, можете даже взять вот этих игроков, можете взять даже резервистов, Гурамчика, конечно же. Потому что это лишь мое субъективное мнение. Можете со мной даже в комментариях поспорить и сказать, кого вы взяли... в свою команду из команды недели. Поэтому наш видеоролик подходит к концу. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, потому что они будут выходить каждый день. И всем удачи, всем пока.